Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко прогнозирует интенсивный приток инвестиций в экономику государства после завершения военных действий. Любая экономика практически не может развиваться без инвестиций. Военные действия мешают инвесторам заходить на наш рынок. Очень важно помнить, что война рано или поздно закончится нашей победой. Донецкая Народная Республика получит мировое признание, и тогда инвестиции в нашу экономику будут расти лавинообразно с каждым годом. Мнение Александра Захарченко подтверждается успешной работой Министерства экономического развития ДНР по привлечению инвестиций как местного, так и иностранного уровня. В ведомстве сообщили, что сейчас принимаются меры по стимулированию предпринимательской активности, прогнозированию ситуации на рынке, развитию собственного производства и импортозамещению. В частности, на базе официального сайта Минэкономразвития создается инвестиционный портал Донецкой Народной Республики, работа которого будет направлена на повышение инвестиционной привлекательности государства путем обеспечения информационной открытости для потенциальных инвесторов, органов государственной власти, а также других лиц, принимающих участие в инвестиционной деятельности. Задача такого портала – эффективно представлять республику инвесторам, предоставив актуальную информацию об экономическом потенциале и конкурентных преимуществах ДНР. В Минэкономразвитии рассчитывают, что инвестиционные проекты позволят не только реорганизовать и улучшить структуру экономики республики, но и увеличить число рабочих мест, тем самым повышая уровень финансового и социального благополучия населения в целом.